Новый день, новый факт о Второй мировой. День 12. 13 февраля 1945 года Красная Армия освободила столицу Венгрии Будапешт, тем самым завершив наступательную операцию. Будапештская наступательная операция под командованием Родиона Малиновского и Федора Толбухина началась 29 октября 1944 года. Целью операции было разгромить войска стран оси, крепко засевших в Венгрии, больше отдать их в пасти сообщества.